الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. Второй столб веры это вера в ангелов. نؤمن بأنهم عالم غيب غاب عنا يعني لا نراهم نؤمن بهم. Мы должны верить в то, что это скрытый мир, который мы не видим. خلقهم الله من نور. Аллах создал их из света. يطيعون الله ولا يعصونه. Они подчиняются Аллаху, не ослушиваются его. لهم أرواح. Они имеют души, дух. وأجساد. И имеют тела. وعقول. И имеют разум. وقلوب. И имеют сердца. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. Мы должны верить во всех ангелов мир им. وبمعلمنا الله من أسمائه. И должны верить в те имена ангелов некоторых, которых сообщил нам Аллах. وصفاتهم. И должны верить в их качества. وأعمالهم. И в их действия. والأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم. И в те сообщения, которые дошли до нас по поводу ангелов. نعم.